Окружные полицейские раскрыли кражу, совершенную в одном из гаражных кооперативов окружной столицы. В июле этого года житель Нарьян-Мара не досчитался лодки и лодочного мотора, двух комплектов резины и снегохода. Как выяснилось позже, имущество пострадавшего вывезли находчивые горожане, которые воспользовались тем, что дверь гаража была не заперта. Здесь стоял снегоход, здесь лежала лодка. Развернутая. А еще два комплекта летней и зимней резины на дисках, лодочный мотор и набор торцевых головок. В общей сложности из гаража Олега Коркина похитили имущество на 236 тысяч рублей. О том, что его обокрали, мужчина понял 22 июля этого года, когда очередной раз приехал сюда по своим делам. Обнаружил, я приехал сюда поремонтировать машину, подъехал, увидел, что дверь подперта бруском. Отодвинул брусок, дверь открылась. Заглянул в дверь, посмотрел, что тут не хватает снегохода, лодки, ну еще кое-какого имущества. Пострадавший тут же вызвал стражей порядка. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Чтобы вычислить и поймать преступника, сотрудникам отдела уголовного розыска понадобилось около 2 месяцев. Уже установлено, хищение совершил ранее судимый житель Ненецкого округа. Из показаний подозреваемых, проходя мимо гаража, они увидели приоткрытую дверь и решили воспользоваться моментом. Обнаружив в помещении технику, они вывезли ее отсюда в неизвестном направлении. Для перевозки ворованного имущества преступник использовал аж 2 внедорожника. Сейчас похищенная злоумышленником собственность потерпевшего изъята и находится в полиции. В скором времени ее вернут законному владельцу. Следствие по факту кражи продолжается. Следователем следственного отдела управления МВД России по Ненецкому автономному округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража совершена с незаконным проникновением в помещение. Если вина подозреваемого будет полностью доказана, он вполне может получить реальный срок. Максимально возможное наказание по этой статье Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до 5 лет. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».